Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня 4 июня, и я хотел бы обновить вместе с вами для нас некоторые места Писания. Вы знаете, когда мы смотрим Библию, буквально с Бытия 4 главы с 3 по 5 стих, мы видим историю поклонения. Мы видим, что люди желают поклониться. И одним из первых вообще конфликтов между людьми было то, как это сделать, как лучше это сделать, как сделать так, чтобы Богу понравилось. Мы помним с вами историю о Каине и Авеле. И когда мы смотрим в конец книги Откровения, мы также видим, что все заканчивается поклонением. Итак, я хотел бы коснуться некоторых понятий, которые учат нас поклонению, которые учат нас приближению к Богу. Прежде всего, нужно понимать, что события являются центральным местом, на которое указывает наше поклонение. И когда мы говорим о таком событии во времена Танаха, во времена Синайского завета, мы видим, что центральным событием был исход. И идеально вообще, когда мы смотрим Библию, мы видим, что идеально в 24 главе книги «Исход» выражена вот именно вот эта модель того, чем является поклонение. Если мы почитаем с вами с 1 по 8 стих, мы можем увидеть основные компоненты. Прежде всего, друзья, нужно всегда помнить, что поклонение возможно только потому, что Бог желает, чтобы мы Ему поклонились. Он являет Себя, Он выходит навстречу каждому из нас и дает нам возможность. И здесь мы видим, что Бог призывает, старейшин призывает Моисея к Себе на гору для того, чтобы поклонились они Ему. И мы видим, что существовала также определенная иерархия. То есть Бог призывает Моисея, Бог призывает старейшин, и в это время народ находится вокруг горы. После этого мы видим, что провозглашается слово. Слово доходит до людей, люди слышат его, люди отвечают на это слово, отвечают на провозглашение слова. И, как следствие, они открыто приносят жертвы и поклоняются Богу. И если мы посмотрим, то мы увидим, что поклонение – это не сугубо дело лидера прославления или пастыря, или служителей. Поклонение – это дело народа. Поклонение – это дело тех, кто пришел к Господу. Я верю, что это функция для каждого верующего человека. Я хочу вам сказать, сегодня отличнейшее время для того, чтобы поклониться Господу. Он вышел навстречу вашей жизни. Вы слышали Его Слово. Сейчас самое то время, чтобы ответить на Его призыв. Итак, давайте мы с вами сейчас кратко помолимся и поклонимся Ему этим утром. Дорогой Господь, мы благодарны Тебе, что Ты вышел к нам оттуда, из непроникаемого света, Ты явил Себя, Боже, и мы, Твои дети. Мы услышали Слово Твое, и мы с благодарностью принимаем это Слово. Мы благодарим за то, что Ты делаешь в наших жизнях. Благодарим, что Ты обращаешь на нас Свое лицо. Мы поклоняемся Тебе. Мы говорим, Ты наш Спаситель. Ты вывел нас из царства греха в царство возлюбленного Сына Своего. И мы с благодарностью вкушаем этот дар спасения и дар благословения. Да благословит вас Господь, сохранит, да призрит Он на вас светлым лицом Своим, помилует и даст вашим семьям и вам лично свой шалом. С миром Божьим, друзья! Хорошего вам дня! Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.